включила елочку. Огоньки. Такая звездочка красивая. Она просто по кругу крутится, цвет. Это загорается. Сейчас вот горят красно-желтые. Период покоя. Теперь синие загорелись. Синие и зеленые загорелись. Снова красные и желтые. Надо немножечко их. Здесь есть такая коробочка. Сейчас мы их попробуем. О, пусть бегает. Бегает. Это прыгает туда-сюда. Это какой? Ага, тоже как бы появляется и исчезает. Цвет такой красненький. Вот. А, пускай вот так бегает. Прыгает. Тогда как-то нарядненько, когда он так делает, прыгает красота. Вот в темноте как красиво. Я делаю голубцы. Уже столько уже сделала. Такой фарш куриной, курица, индейка и рис. Это обрезочки у меня обрезаю. Ну, вот это я пущу, знаете, не буду обрезать. Ой, не буду выбрасывать. А у меня еще вот столечко осталось. Я ее покрашу мелко. И эти-то листики пойдут на голубцы. А вот это мелко покрашу. И сюда в зажарку отправлю. Потом поджарю. Я люблю такую поджарку сделаю. Будет очень вкусно. Вот. Думала ленивые голубцы сделать. Ну, я ни разу не делала ленивые голубцы. Не знаю, будут дети кушать, не будут. Может, и не будут. Хотя у дочки я спрашивала. Говорю, ты где-нибудь ела эти ленивые голубцы? Она говорит, мне как-то не нравится. Говорю, а если мама сделает, будешь кушать? Ну, куда я, говорит, денусь? Конечно, буду. Поэтому я решила голубцы сделать. На старый Новый год же будет завтрашнего дня, на послезавтра. Поэтому у нас будут голубцы. Там у меня щука есть еще. Я думала сделать со щуки котлеты. Но что-то я... Взять взяла, подарок подарили. А делать, не знаю, не люблю эту рыбу. Думала котлеты сделать или нафаршировать ее. Ну, Игорь приедет, пусть делает ее. Я не очень-то люблю с рыбой такой возиться. Я еще семгу могу сделать. Семгу, там треску, минтай. А вот такая речная рыба. Во-первых, вкус у нее совершенно другой. Во-вторых, возиться с ней не люблю, короче. Вот. Я еще сорожку люблю. Вот я покупала раньше сорожку на рынке. Покупала. Раньше продавали ее. Она и недорогая была, и можно было ее купить. Я так и чистила ее в тазике, наливала воды в тазик, чистила ее, вот это обрезаю, и, знаете, мукой, солью посыпала в духовке на противне, запекала на противень, весь выкладывала рыбу, она такая хрустящая получалась. Я очень люблю такую рыбку. Но сейчас в последнее время, где-то уже вот мы 7-й год живем в доме здесь, я продажи не видела. Ну, чтобы продавали ее там, допустим, килограммами или там, может быть, на рыбном рынке продается, но тоже у нас есть мини-маркет рыбный, но там такая дорогая рыба вообще. Но сорожку там не продают, я не видела. В Абсолют я не езжу туда,
в основном здесь у нас жемчужины покупаю, жемчужины не продают. Семгу продают, и там минтай, трескум, иногда редко когда продают. Ну и рыбу мы как-то не сильно едим, потому что, ну, из-за того, наверное, что мало продают ее, поэтому и не покупаем. Минтай покупаю, я делаю в духовке, запекаю там или с овощами, так же, вот как голубцы делаю. Но тоже в духовке. Я не жарю на сковородке. Перестали жарить, желудки как-то важнее, поэтому здоровье, то есть я имела в виду здоровье как-то важнее, поэтому я ее слегка обжариваю, а потом тушу ее в духовке. Я иногда и тушу, не обжариваю. Иногда делаю это, фольги запекаю. Тоже вкусно. Тут и узнала, что можно еще пергаменте запекать. Абсолютно точно такой же вкус. Мультиварки как-то перестали мультиваркой пользоваться. Купили плиту, и в основном все в плите, в духовке я все делаю. Мультиваркой вообще редко пользуемся. Летом только там что-то делаю. Пароварку вообще не достаю. Ну, пароварку, если покупаем манты там или позы, ну, ее мыть катастрофически неудобно. Особенно учитывая, что у нас нету кухни раковины. Моем только, мою только я, и то в ванной там, или в тазике мою в ванной. Вот, поэтому и тоже из-за того, скорее всего, что неудобно, и позы, и манты очень дорого стали стоить, мы это как-то не покупаем. Ну и больше-то на пару-то как-то ничего не делается. Можно было там картошку сварить там или рис, но я все на плите делаю. Вот, или в духовке, хотя даже и мультиваркой редко пользуемся. Хлебопечкой тоже редко пользуемся. Тут комбайном стали пользоваться часто. Вот, руки бережем, так, комбайн бросил, все быстренько сделалось и все. Вот, как-то так. Поэтому вот буду делать голубцы на Старый Новый год. Сделала я голубцы, уже все выложила и зажарку выложила. Естественно, капуста в нее не вошла, поэтому я сейчас ее порежу мелко и положу в холодильник. Когда-нибудь позже буду делать, если, ну, куплю фарш, и тогда сделаю эти, как они называются, ленивые голубцы. Ну, капуста есть, куда ее девать? Поэтому я, скорее всего, ее порежу мелко и заморожу ее, или положу в холодильник, в нижний ящик. И, знаете, было у меня майонеза немножечко, я уже его выдавила, выброшу это. И развела, это получилось где-то 3 столовых ложки майонеза. Я в чашку такую налила половинку воды, размешала ложечкой и полила сверху. Ну, чтобы был такой, знаете, чтобы они были сочные, потому что вода есть там. Вот столько воды, надеюсь, не будет плескаться через верх. Ну, где-то половина-то точно есть. Потому что я еще в зажарке использовала воду. Вот. И обратно затолкала этот лук. Перемешала с морковкой. Морковка тоже не вся у меня вошла в зажарку. И вот так вот я сделала. Я попробовала, очень вкусно. Зажарка получилась, даже не солила, потому что в последнее время я пересаливаю всю. Дочь мне говорит: мам, ты влюбилась, что ли, у тебя все пересолено, борщ пересоленный, картошка была пересолена, драники были, по-моему, не пересолены. Я говорю: не знаю, я как-то в последнее время, знаете, я даже не пробую, то есть я делаю и не пробую. Настолько я уверена, что там все хорошо. То есть это уже опыт такой поварский, можно сказать, работы моей, что я пробовать перестала. Я уверена была, что все хорошо. А почему просолено было, пересолено? Потому что, скорее всего, в банке была капуста пересолена. Рассол. Вот так накрыла и поставлю сейчас в духовку. Сюда на середину, без конвекции, включу сейчас и поставлю. Сначала я накрою крышечкой.
Вот. А потом уже, когда будет, ну, это пройдет минут 30. Минут 30 пройдет. И надо будет крышечку открыть, чтобы оно такое запеченное было, знаете, эффект русской печи. Он действительно вот в такой глиняной посуде, когда запекается в духовке, все блюда, которые там я делаю, бигос, допустим, я делаю, да, вот рыбу я тушу, мясо делаю в пергаменте или в фольге, курицу я делаю вот в такой посуде, жаркое, макароны там я делала с курицей тоже кусочками, ну как жаркое, только с макаронами, рис, плов я делаю, и оно все получается, знаете, ага, свет выключали, и у меня не срабатывает вот эта штука сейчас, ну ничего, она нагреется, сработает, вот эта лампочка не включается, температура, ну я думаю, включится сейчас, свет выключали, и программное обеспечение немножко сбилось, ну сейчас нагреется и включится, и знаете, все, вот включилось. И все получается эффект русской печи. Что забыла сказать? Так что вот такие дела к старому Новому году готовы. Надо помыть сковородку, помыть здесь все. Поэтому готовьте с удовольствием, все у вас получится. Язык уже заплетается. Всего доброго всем. Поздравляю всех с наступающим старым Новым годом. Возможно, я еще сниму видео, а может и не будет. Посмотрю, может коротенькое видео сниму. Вот. Поздравляю всех с наступающим старым Новым годом. Желаю всем мира, добра, здоровья, любви, счастья. Пусть у всех все будет хорошо. У нас там морозы уже начнутся. Дня 3 будет почти 30-ка. Тут еще ветры идти, ну и снегопады. Вот, поэтому, покуда я не выздоровлю, покуда рука не пройдет, болеть не будет, я снегом заниматься не буду. Ну, естественно, смысл заниматься снегом, если снег идет, что... О, самолет летит, так слышно сильно. Так, что вот. А этот такой беленький, смотрите-ка. Этот немножко другой, видите, он светлый. Хотя у этого тоже вот светлые бутончики, светлые, но расцветает морковный. Ну, посмотрим, какой будет. Здесь холодно, ну, не холодно, холодно-холодно, там это не улица. А прохладно на подоконнике, от стекла холодно, прохладно маленечко. Вот, и поэтому они все цветут, конечно. Было бы прелестно, если бы зацвел еще кактус, но он тщетно не хочет цвести, не хочет выбивать бутоны. У меня, когда мы жили в квартире на Жукова, постоянно они стояли на солнечной стороне, солнце на них. А здесь солнца как такового-то и нету, здесь только холод. Они как бы должны в холоде стоять. Ну, как бы в прохладном, да, помещении. Вот, ну, и в то же время в Африке, допустим, они растут в горячей, ну, пустыне. Здесь ему комфортно, этому кактусу. Но на солнечное окно поставить, я его, наверное, только летом смогу поставить туда. Вот. А здесь я ставлю сюда на подоконник, кот не лезет. Если я уберу, кот обязательно полезет на подоконник, он лезет, смотрит за птицами, наблюдает. Вот. Так что вот здесь у меня такое окно декоративное, можно сказать. Декабрист, который большой, его некуда поставить. Вот, и это... Был бы, конечно, пошире подоконник, вот как в лесном у меня был подоконник широкий. У меня здесь стоял ящичек, здесь тоже была не плита, плита была подальше, где-то там была плита, недалеко от холодильника. Был холодильник, потом микроволновка, потом плита была. Плита, духовка, плита была здесь, а духовка была под микроволновкой. Но там был огромный подоконник, на нем у меня стояли журналы, книги, хлебопечь. С этой стороны, с той стороны у меня... Было два окна. Было одно, вот так одно окно.
А здесь было большое окно. Оно начиналось вот так от угла. Окно начиналось. Было большое окно, и здесь дверь стояла. Я бы, конечно, здесь тоже так же сделала. Большое окно и дверь. Но тогда кухонный гарнитур бы где бы стоял. Здесь маленькая совсем стена для кухонного гарнитура. Вот поэтому когда-нибудь, если пристрой сделаем, то кухонный гарнитур будет стоять только здесь, с этой стороны. А уже стол, там буфет, все с той стороны я поставлю там. Вот. Естественно, окна большие будут, вообще будет шикардос. Ну, куда это будет, неизвестно. Поэтому пока вот так есть, летом постараюсь я что-нибудь придумать. Или раковину сюда поставить, или хотя бы один стол. Потому что вот с тумбами просто неудобно. Неудобно и резать, и неудобно что-то делать. Все низко, стена болит потом. Ну и без раковины тоже не камильфо. Ладно, всем всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. Не показала, какие вафли были. Была здесь полная миска. Уже это самое. Уже съели. Старый Новый год. 2 недели прошло, как одно мгновение. И снова Новый год, только уже старый. Старый Новый год. Какие традиции в вашем доме есть на Старый Новый год? У нас вот такой солнечный день сегодня. Но все-таки зимний день. Солнышко, но морозно. У нас традиции на Старый Новый год. Я варю вареники. Ну, варю, люблю. Варю картошку. У нас будут вареники с картошкой. Запотело все. Все запотело. Камера запотела. Варю картошку 2 способами. Один способ на плите. А другой, как вы уже догадались, в микроволновке. У меня крутится, здесь варится. Без колпака, не накрыла колпаком, потому что вытекает сюда потом. Это течет вода. Налила столько воды. Здесь без лука, а здесь с луком. Потом я соединю. Здесь будет крутиться. Осталось еще 11 минут. Так, крутится, в микроволновке варится картошка. И здесь я варю, а здесь с луком варю. И я буду лепить вареньки. Попозже она остынет. Надо было вчера этим заняться. Ну вот у меня, я уже поснимала эти с пальцев лейкопластыри, мажу цинковой мазью, чтобы быстро заживала. Уже сегодня я смогла помыться, голову помыть, потому что 5 дней ходила, помыться не могла. Как баба Ёшка стала. Все-таки одной неудобно это все делать. А кого-то просить я не умею просить. Ну, дело в том, что даже не то, что не умею, а мне не хочется кого-то обременять этим. Поэтому я все стараюсь делать сама. Пеночку сняла уже, все. Надо убавить немного. Убавить, пусть варится. Прохладно, мопся спит. Грустный мопся. Он, кстати, понимает, что он уже не молоденький, не мальчик, а старенький мопся. Такой грустный. Ему через 2 недели уже исполнится 9 лет. По человеческим меркам это, по-моему, 50. Так что мы с ним вровень. Мне в этом году 55 будет.
Ему 9 лет. Ну да, по человеческим меркам. Где-то так ему. Вот такой красивенький декабрист расцвел. Вот. Я сегодня с дуру, знаете... О, это тоже собирается. Я сегодня с дуру решила проветрить. В комнате. Сейчас пойдем туда посмотрим. Ну, как-то душно. После ночи все было... Ну, конечно, я его заморозила, ребята. Мало того, что я его пересадила, но буду надеяться, что он подымется. Я его заморозила. Я открыла сегодня здесь окно, решила проветрить. И сама себе такая говорю, главное не забыть закрыть, потому что заморожу все цветы. И что вы думаете? Я ходила, ходила, села там на диване, включила телевизор, а там фильм идет. Ну, что вы думаете, я все-таки забыла про него, про это окно. И думаю, замерзли ли цветы. Но так как, знаете, здесь открыто окно, и здесь марля, возможно, не сильно-то замерзла. Но вот олеандр прихватила, конечно. Я его на ту сторону поворачиваю, вот так вот. Он что-то там как бы хандрит. Ну, вот что это такое? Ну, как это называется? Представляете? Я его заморозила. Но будем надеяться, что он отойдет, потому что он все-таки молоденький. Я его пересадила, сегодня полила. И он замерз. Вот как можно быть такой Алешей? Вот эти, видите, листики повисли. Может, то, что жарко, а может, то, что замерз. Капец какой-то. Он отрос. Отрос вот эта вот единственная веточка, которая отросла. И я его сегодня заморозила. Ну как так? Ой, короче. Конечно, хочется свежего воздуха какого-то, потому что это все, знаете, ну как. Ну, ух ты, домик там строят, уже там крышу сделали. Ну не сделали, а эти делают стропила для крыши, но уже сделали. Ну и вот эта марля, скорее всего, спасла, что не замерзли полностью. Виноград-то у меня тоже скрутился. Ну, посмотрим завтра, почернеет, если то капец ему и винограду. Сама все заморозила. Это вообще финиш. Ну, хочется вот свежего воздуха-то. Плохо, что форточки нету здесь. Мама мне говорит, Аня, есть окна, когда будете менять, то можно сделать, конечно, форточку здесь, но вот как так? Безобразие, короче. Таня, безобразие. Но вот это не замерзли. Оно, конечно, подвявшее все. Вот это нормально. Это не схватило. Вот этот был крайний виноград стоял с этой стороны, я потом переставила. А вот этот был направлен вот сюда. Финиш финишный просто. Таня умеет вот все это делать. Не знаю, будем смотреть завтра. Если почернеет, то, естественно, замерз. Вот. Таня. Ну, сегодня, на сегодняшний день мороз там передает -28. Будет, не будет. Здесь вот у меня отрастает веточки новые. У фикуса. Здесь-то я прищипнула. И отсюда не растет. Растет боковые все. А эти сюда переставила. Недостаток света. Здесь тепленько им. Они не цветут.